такого количества автомобилей автостоп не видел. Ну и мы, честно говоря, искренне этому рады. А сегодня мы для себя открываем премьеру, ну так же, как и для вас. Автомобиль Citroen, модель Xander. Citroen'ов, ну, мы видели, конечно, но не катали. Сейчас случилось. Искренне порадовались, потому что давно хотели прокатиться на автомобиле с гидравлической подвеской. В арсенале автопрограммы «Автостоп» есть различные автомобили. Макферсоны, Волги там с рессорами, ну и линкольны с пневматикой, а с гидравликой. Гидравлика, вы знаете, поражает такой плавностью хода. Как они, французы, умудрились этого достичь, не знаю, но они этим занимаются уже лет 40, наверное. Автомобиль с виду кажется маленьким, но имейте в виду, у этого автомобиля, у этой машины, база, как у Форда Скорпио. И двери, и передние, и задние, абсолютно одинакового размера. Причем они открываются на такой угол, что садиться сюда просто одно большое удовольствие. Так же, как и выходить. Пространство у задних пассажиров, так же, как у передних, очень и очень много. И при этом мы вот выбрали сейчас для покатушек 2-литровую версию. Не скажем, чтобы этот мотор поражал мощностью, но тяговитость и такая плавность в нем присутствует. В общем-то, большего для сегмента D-класса не надо, но есть еще такая небольшая топовая версия с 3-литровым движком. Что мне еще понравилось и немножко удивило. Первый раз, когда сел в Citroen Xantia, так это два ручника. Нет, вы ничего не подумайте. Ручник один, только второй — это ручное переключение режима подвески автомобиля. В случае быстрой езды по хорошей дороге вы можете машину опустить, ну, чтобы еще и аэродинамика улучшилась. Но вот в Магнитогорске хороших дорог есть они, конечно, но частенько попадаются те, по которым надо ездить на джипе. И Xantia может себе это позволить. Когда автомобиль находится в крайне верхнем положении, то даже Нива может ему позавидовать. Гидравлическая подвеска Hydroactive 2 — это что-то, что не поддается вот описанию в двух, в трех или в четырех словах. Это тема долгого разговора. Тем достаточно приятная, потому что такой плавности хода действительно нет. Пожалуй, ни у одной машины такого класса. Оба автомобиля, что зеленый, что серебристый, одного и того же года, 1998. Пробегом, абсолютно реальным пробегом, от 170 до 200 тысяч километров. Износ автомобилей. Мы прокатились по не совсем ровным дорожкам и почувствовали, что если был износ какой-то в подвеске, то он либо устранен, либо это вообще не свойственно Citroen'ам. Сколько стоит Citroen 98 года? От 300 до 350 тысяч рублей. Стоят ли они того? Безусловно, стоят. Потому что прокатиться и поиметь чудо французского автомобилестроения — это когда-то надо. Еще из прелести этой машины, из прелести ее обслуживания. Здесь вы покупаете одну бутылочку жидкости, которой хватает, чтобы тормозить, чтобы прокачивать вашу подвеску, гидравлическую, опять же, напомню. Ну и для усилителя руля и так далее. Все в одном флаконе. И флакон, кстати, достаточно небольшой. Ну и, конечно, французы. Французы, они и есть французы. Эта машина не похожа ни на одну. Вот мы часто сетуем с Алексеем, что японцы иногда отталкивают своей обезличенностью. Вы смотрите на Toyota Corolla, на какой-нибудь Nissan Sunny и еще что-нибудь из Mitsubishi, и все практически одинаково. Citroen'ы всегда отличались тем, что они вне моды и тем не менее модные машины. И возвращаясь к D-классу, в какой еще машине вы увидите, допустим, управление магнитолой на руле? Ведь это машина 98-го года, напомним.
Кстати, знаменитая фирма, английская фирма Land Rover, взяла свою пневматическую подвеску, взяла и срисовала ситроеновской. Конечно, согласие Citroёна. А еще в этой машинке есть то, что окончательно убивает всякое даже желание смотреть в сторону наших автомобилей D-класса. Это система поддержания постоянного клиренса. Выходят пассажиры, машина остается на том же расстоянии от земли. Заходят пассажиры, происходит то же самое.